Привет, друзья! Мы снова вместе играем в самые крутые игры. Ну что, приступим? Нет! Я не буду отдыхать, пока не пройду эту игру до конца. Не будем даже расслабливаться. Вперед к победе! Это лучшая игра. Будем продолжать играть и никогда не будем проигрывать. Да, ребята? Все здорово у нас получается. Так бы всегда нам все получалось. Да, и чтобы мы никогда не проигрывали. Ведь нам этого и не надо. А мы не проиграем. Ведь мы придерживаемся простых правил. Наш девиз — никогда не сдаваться и идти только вперед. Ребята, зовите всех своих друзей поверить, как нужно правильно играть. Здесь раскроются все секреты игры. Советуйте эти видеоигры прохождения своим друзьям, и они точно будут вам очень благодарны, ведь вы им не только покажете, как я играю, вы им подарите чудеснейший мир приключенческих игр. Они будут восхищены, где же вы среди этой массы видеоигр нашли такие чудесные и приключенческие. Видите, как я играю? Повторяйте за мной. Учите каждый мой шаг. Зарабатывайте баллы, и у вас будут дополнительные жизни, которые вы сможете использовать в дальнейшем для прохождения этой сложной игры. И снова в бой! Здесь главное только не расслабляться. Расслабился, и все, начинай сначала. А это не так уж легко делать. Здесь нужно быть, ну, очень внимательным. Так сказать, держать ухо востро. И запомните, никогда не сдавайтесь. Проиграл — не беда. Сегодня проиграл, а завтра пересмотрел еще раз мои чудо-видеоуроки. Поднялся и снова в бой добиваться успеха. Тебя уже ничего не остановит. Ты самый лучший игрок из всех. Вот такой у тебя должен быть настрой на каждую игру. Я самый счастливый человек на Земле. Я играю со своими
самыми любимыми зрителями. Это такое удовольствие кого-то учить играть, показывать самые нелегкие пути прохождения. Ребята, я надеюсь на вашу и поддержку в будущем. А сейчас продолжаем. Магия волшебства в моих играх становится все реалистичнее. Играйте вместе со своими друзьями и наслаждайтесь великолепными игровыми моментами. Ведь все, я это делаю только для вас, мои маленькие друзья. Ведь вы мой самый благодарный зритель. Знаете что? Мне сегодня удалось запечатлеть самые интересные кадры игры. Я открыл там такой секрет. Сам просто не ожидал, что такое может быть. Я потом в конце вам обязательно все покажу. В дальнейшем будет разыгрываться игровая приставка и игровой планшет. Будь активным, комментируй видео и подписывайся на канал. Стань участником нашего проекта, ведь наш канал самый первый на ютуб, который развивает мышление и смекалку. Ух, не так уж легко играть, но не будем отчаиваться. Давайте вместе продолжать. Вперед, вперед, к победе, ребята, вперед! Ничего лучшего и не придумаешь, чем спокойно играть себе в игры и наслаждаться этими незабываемыми моментами прохождения. Ведь они все такие разные и чертовски интересные, а эти герои такие смешные и прикольные. Ну что же, будем продолжать играть. Я никогда не знал, что играть можно с таким удовольствием. Вот играешь и прямо чувствуешь такое у тебя хорошее сразу настроение становится. Как все вокруг становится добрым и прекрасным. Так что смотрите мои прохождения, и у вас всегда будет хорошее настроение. Лучшая игра и лучшие зрители моего канала. Мы все вместе? Разве ж это не чудесно? Я самый счастливый игрок на свете.
Это так здорово играть с вами. Игра приносит нам массу удовольствия. Играй со мной и веселись. Смотри, как надо. Удача от нас никогда не отвернется, ведь мы осторожны во всем. Как бы мы ни играли, мы очень серьезно подходим к игре. Замечаем самые малейшие детали в игре и никогда не делаем ошибок. Вот видите, как я играю? Вот как надо! Вперед! Продолжаем! Здесь нужно не просто играть, а играть вдумчиво, следить за каждым шагом игры. Ведь маленькая ошибка и все. Проигрыш обеспечен. Будем расстраиваться, это еще не конец. Сейчас еще немножко. Вперед! Скоро конец уже игры. Надеюсь, вам понравилось играть со мной. Буду и дальше снимать свои видеоигры. Так что смотрите и удачно проходите прямо их все. До новых встреч. Пока.